Итоги весеннего призыва рассмотрели на заседании правительства региона. Больше всего северян отправились служить в воздушно-космические силы, военно-морской флот, а также в Росгвардию и сухопутные войска. 69 призывников пополнили ряды научно-производственной роты «Севмаша». Как отметил военный комиссар региона Александр Севастей, всего по итогам призывной кампании в войска были отправлены более 1100 северян. Весной 2020 года уменьшилось количество граждан, которым представлена отсрочка от призыва на военную службу на 13% по сравнению с весной 2019 года. Процентный показатель освобожденных от призыва остался на прежнем уровне. Александр Севастей обратил внимание региональной власти на необходимость восстановления деятельности автодрома в Северодвинске для подготовки призывников военно-учетным специальностям.